И всем привет, дорогие друзья, с вами Санчо Ироникс. Ну а перед началом данного видеоролика я бы вам порекомендовал канал Час за Реал Марик. Он снимает ГД, ПГ, ПГ редко, ну хотя не знаю, но вы можете узнать. Вот, ну он также ГД снимает, вот тут парочка видео. Вот он тут начинает, а так он играет в различные игры, также стримит ПГ, В общем, советую я вам подписаться на него, нажать на колокольчик и, конечно же, поставить лайк. Ну а мы переходим к видео. И всем привет, дорогие друзья, с вами Sunshine Ranks. И да, это новое видео по ПГ. Как же его долго не было. Было много стримов по ПГ, было много стримов и видео по ПГ, но не было видео по ПГ. Что-то как-то я странно выразился, ну ладно. Сегодня будет обзор на неоновый боец. Да, конечно, я не люблю такие быстро стреляющие оружия. Вот даже вот уничтожитель, он такой топчик, да. Он такой топчик, но мне с ним удобнее играть, вот. А с этим как-то, я не знаю, не очень будет удобно, так что погнали тестить. Ах, да, ребята, те, кто в клане, то вы знаете, что у нас турель новая появилась, и все. Погнали тестить, неоновый боец. А, да, я зашел на карту, типа, ну, вот это релить, просто тема вот под этот неоновый боец, потому что тут все... Ну, не все, конечно, но тут тоже присутствует часть из неона. Видите, я не люблю такие быстро стреляющие оружия. Очень не люблю, потому что, ну, сами понимаете, вот, типа, лазерки, они реально хорошие вообще. То есть, с ними, типа, легко играть, ну, и все такое. Все, получай. Видите, типа я не люблю вот такие очень стреляющие, ну, быстро стреляющие оружие, то есть. Ну, всего 24 эффективки, Кирилл. А, блин. Не удалось тебя развести. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. А ну иди сюда, иди, давай, иди, иди. Чё, боишься, что ли, что? What hell? Я его вырубил, блин, лазерный лук, опять. Чё происходит? Ай, ладно, неважно, просто. Ой-ой-ой. Оу, воу-воу-воу-воу, да, есть. Отлично, отлично. Его тоже вырубил. Чё с тобой такое, чувак? Короче, знаете, нормальное оружие. Ну, конечно, конечно, вообще. То есть, не умею я с такими играть. Да и, в принципе, не советую вам. Но если так долго тренироваться, то все равно ничего не получится. Потому что я не умею с такими оружиями играть. Вот, видите, перезарядка. Я так и ни в кого не попал. То есть, я люблю такие... как большой братан очень сильно, вот такие лазерные оружия. То есть, ну, собственно, да, не очень так. Ну, эти задачники, собственно, ничего я другого не ожидал, прям вообще. Да ё-моё, как ты можешь тут не умирать-то, все. Все, ты умер. Ну, знаете, 4 килла, я на первом месте, а это не так уж и плохо. То есть, это новая карта, где я так буду сильно играть. Это меня радует. О, да ладно. Да ладно, он меня убил. С одним ударом. Бывает. Ну, конечно же, убийства в голову, они даются гораздо быстрее. Ну, и с одного удара, конечно. То есть, ну, в прямом смысле. А чё они все за мной-то? Почему они, допустим, не другого чела там убивают и все такое? А ну, иди сюда. Лол. Дрессировщик, оказывается, я ищу. Хоп. Вот и хоп. Как ты не сдох-то? Читер, читер, фу.
Ребята, фу, читер. Давайте, кто это? Это точно. Это чикаун какой-то, да. И все, то есть, блин, это реально какой-то читер, он не сдох. Ладно, итоги видео. Все-таки, знаете, мне как-то не очень нравится этот пистолет. Не, ну серьезно, я не так уж ими люблю пользоваться, но знаете, это когда как. То есть, ну ладно, пистолетами хоть ничего такого плохого нет, но... Блин, не, он боец, это реально какая-то фигня вообще. То есть я спокойно могу его заменить, но уничтожить. Или вам не советую его брать вообще в бой. Да, ребят, если вы его возьмете, то вы проиграете. Ну а с вами был я, Джероникс. Всем удачи и всем.